как идет переключение на большинстве мотоциклов, переключаешься с одной передачи на другую. Вот. Принцип очень простой. Сцепление, и левое, с левой стороны идет коробка переключения, что ли, не знаю. Принцип такой. Down, вниз нажимаешь. Это понижение передач, вверх, повышение передач. Самая нижняя — это первая передача. Когда мотоцикл стоит на первой передаче, можно переключиться в нейтральную, выше. Так же самое, если он на второй стоит, можно ниже переключить. Получается, хоп, вниз надавливаешь. Вот, находишь либо первую, либо нейтральную передачу. С нейтральной, либо с первой можно пойти перейти на вторую. Дальше третья, четвертая, пятая, шестая. И так же самое вниз переключение на нижние передачи. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Либо со второй на нейтральную можно. Вот. И в основном на мотоциклах, когда нейтральная передача, то загорается neutral, зеленая лампочка. Тик-тик. Тик-тик. Сейчас попробую ее включить. На вторую переключился. О, нейтральная. Вот она. То есть у нас с левой стороны сцепление, с правой стороны тормоз всегда. Ignition, зажигание красное. И что еще здесь? Тормоз задний у нас идет ножной в всех мотоциклах. Плюс сцепление, которое сейчас на первой передаче. Выжимаем сцепление, хотя может сейчас не обязательно. И о, переключил во вторую, скорее всего. Да, вторая. Ищем нейтральную. О, нейтральная. Значок N. Сейчас нейтральный. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Не.